Привет. Декодер на замки Титан К5, К55. Там есть какие-то еще аналоги, я по названиям не помню. Почему декодер актуальный? Потому что фольга эти замки открывает в лучшем случае 50 на 50. К5, К55, ну, это одно и то же. Замок двухрядный, там верхние пины, они при повороте декодера, они могут заклинить. Могут заклинить, могут не заклинить, как повезет. Вот у нас поворот. Я специально медленно поворачиваю. Вот он на полоборота клеманул. Теперь мы работаем по этой шкале. На шкалу. Это очень легко. Буквально там 2-3 пина нажать. И он проворачивается. Вот такой вот декодер. Титан К5, К55. Цена будет на сайте, телефоны, ссылки. Все будет на видео. Пока.